Уверенность в Боге. Множество людей в Библии, которых мы относим к столпам веры, имели некоторые сомнения. Не то, что они имели мало веры, но их вера была испытана по-новому. Бог не против сомнений, пока мы ищем ответ от Него среди сомнений. Позвольте вашим сомнениям двигать вас ближе к Богу, а не подальше от Бога. Будьте терпеливы и позвольте Богу ответить на ваши вопросы в Его время, а не в ваше. Мы можем служить Богу не по старому образцу, но по-новому, живя в Духе. Если вы боретесь с сомнениями, посещайте живую церковь и будьте ближе к другим живым христианам. Удерживайтесь от соблазна изолировать себя, потому что сомнения — это пища к одиночеству. Никогда не сомневайтесь в вашем спасении. Сатана не может вырвать вас у Бога. Он будет пытаться, но не преуспеет. Уверенность в Боге.